частный сыщик. И эта история начиналась с банальной супружеской измены. Потом выяснилось, что не все так просто, как казалось на первый взгляд. Но все по порядку. Здрасте. Фирма «Улика» здесь находится? Второй этаж. Дела у меня тогда шли неважно, было мало заказов. Я еле держался на плаву, и свежий клиент появился как раз вовремя. Здрасте. Николай Николаевич, о какой отсрочке может быть речь? Николай Николаевич, если вы так уже 3 недели просрочили... Небольшая рассрочка, всего пару дней. Либо вы выселяетесь сегодня же до вечера. Николай Николаевич, это очень серьезно. Вы сегодня вечером увидите свои вещи и мебель возле парадного. Или платите деньги. Сейчас же, Николай Николаевич. Будьте вы человеком, небольшая отсрочка, всего пару дней. Извините, ради бога. Женщины, что вам надо? Видите, мужчины разговаривают. Да, я понимаю, мне просто надо частное сыскное агентство «Улика». Я потерялась. Женщина, вы попали по адресу. Прошу вас в мой офис. Пожалуйста. Николай Николаевич, наш разговор не закончен. Вы будете платить за аренду? Ты видишь, клиент пришел, деньги принес. Вали отсюда, Василий Михайлович. Выходите, пожалуйста. Извините. Извините, пожалуйста. Итак, я Николай Николаевич... Владелец агентства «Улика». Да, очень приятно. Жанна Изольдовна. Очень приятно, простите, Жанна... Изольдовна. Изольдовна. Не хотите ли кофе? У меня прекрасный. У меня отличный, итальянский. Он что-то включен был. Нет, спасибо. Давайте перейдем сразу к делу. Да. Жанна... Просто Жанна. Просто Жанна, прекрасно. Просто Жанна, просто Николай. Итак, к делу. Мне кажется, что мой муж мне изменяет. И вы хотели бы проверить ваши подозрения, правильно? Да, я хотела бы проверить мои подозрения. Прекрасно, прекрасно. Вы обратились по адресу. Я предоставлю вам качественную слежку. Услуга стоит недорого, всего $800 в неделю. За эту сумму вы получите полный отчет о жизни вашего супруга за неделю. Или он вам изменяет, или, так сказать, все наоборот. Мне нужна кое-какая информация о вашем муже. Да, конечно. А здесь все, что вам может понадобиться. Здесь адрес его офиса, телефоны нашего дома, нашей дачи, стоянки, а также телефоны мобильные и номера с обеих машин. Да, вы меня удивляете, Жанна. Вы единственный клиент в моей практике, который так подготовился. Вы знаете, что хотите? Да, наверное. Да. Я почти сразу вспомнил Эдуарда. Он проходил по делу убийства крупного бизнесмена. Тогда я мнил себя борцом с преступностью. Тогда у Эдуарда было железное алиби. Работали профессионалы. Дело было не раскрыто и отправлено в архив. Никакой вражды между мной и Купцовым не было. Между нами даже подозрений не было. Ну какие у меня были поводы убивать, а? А я вас, Эдуард Викторович, не обвиняю. Я пока всего лишь вас подозреваю, что вы с покойным Купцовым нажили большую сумму денег и заплатив налоги. Никакого отношения к
смерти Купцова я не имею. Мне сейчас не хватает доказательств вашей вины. Но они обязательно будут. Теперь ко мне пришла жена Эдика Холодца. Ну, в принципе, здесь все, что нужно. Эдуард Викторович Холодков, фабрика «Ева», совладелец, глава совета директоров корпорации «Текстиль». Я бы хотел получить аванс 50%. Да, конечно. С вами очень приятно работать, Жанна. Да, надеюсь, в свою очередь, Николай, вы меня не разочаруете. Хотя я думаю, что следить вам придется недолго. Я сегодня уезжаю к подруге на 3 дня на дачу. Я думаю, что Эдик обязательно воспользуется этим шансом. Я все понял. Сегодня вечером начнем. Да, еще я надеюсь на вашу полную конфиденциальность. Что? Конфиденциальность — это кредо нашей фирмы. Прекрасно. Я вас провожу. Пожалуйста. Спасибо. Да, вам туда. А, Василий Михайлович, подождите меня в кабинете, пожалуйста. Представляешь, решила нанять частного детектива. Сыщика? Ты что, думаешь, что он тебе действительно изменяет? С кем? Не знаю. Может быть, даже с твоей секретаршей Людой. А может быть, просто постарел. Слушай, а если он тебе действительно изменяет, что будешь делать? Ну? Пошли вы к чертям собачьим. Разведемся, поделим имущество. Кстати, ты видела, какие Людка себе сделала губы? Видела? Ничего особенного. Слушай, у меня разряжается телефон, давай увидимся на даче. А насчет Людкиных губ ты не права. Между прочим, на нее все мужики пялятся. Ну да, пялятся. Давай, встретимся, как договаривались. Напьемся сегодня как следует, да? Ладно, давай, как договорились, пока. Давай, пока. Автосервис. Дмитрий, я вас слушаю. Дмитрий, здравствуйте. Я вас обслуживаюсь. У меня заглохла машина. А, извините, а как вас зовут? Купцова Галина Петровна. А, это у вас 600-й. Да, 600-й. И у вас не открывается машина. Говорите. Послушайте, я вышла из машины. Ключи остались внутри. Теперь она не открывается и орет, как сумасшедшая. Ладно, ладно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы случайно не под высоковольтной линией стоите? Слушайте, вы издеваетесь надо мной. Откуда я знаю, где я остановилась? Ну, не знаю, тут какие-то вышки и провода, может быть. Все понятно. Спутник не видит машину. Мы вам поставили спутниковую сигнализацию месяц назад. Вот, скорее всего, она глючит. Отлично, я счастлива. Что мне теперь делать? Ну, попытайтесь оттащить машину 20 метров. Я к вам сейчас вышлю специалиста. Где вы на... Thank you.
Привет. Докладывай. Труп женщины. Возраст пока сказать не могу. Хорошо, дождь был. Тело могло совсем обгореть в пепел. Вот все, что удалось обнаружить. По всей видимости, принадлежало покойной. Ну, запишем несчастный случай. 100%. Молния. А сообщил кто? Водитель какой-то позвонил по мобилю. Труповозку вызвали? Ну, вызвали, наверное. А тебе что-то в труповозке-то? Так смешно получается. Покойница могла целлофановый пакет поместиться, а ей целая труповозка. Да, очень смешно. Что, мне ее в багажник совать, что ли? Бардак. Ну ладно, давай. Физкуль, привет. Поехали. Галина тогда злилась на все. На себя за глупость, на машину за навороченность, на телефон за помехи. Она так злилась, что оказалась готова к переменам. И перемены начались. Вам куда? Сады 14. Садитесь. Как зовут? Галина. Анатолий. Приехали! А это что? Лопухи! А почему лопухи? Да потому что до ваших садов у меня бензина не хватит! Подождите, а что мне теперь делать? У вас два варианта. Можете переночевать у меня, а можете пешком идти в свои сады. Только дождевик верните. Пойдемте! Вы там долго стоять будете? Проходите, проходите, не стойте. Так, я сейчас... В общем, сухая одежда, полотенце сейчас будет. Ну что вы стоите, пойдемте. Ванная здесь. Я все включил, поэтому ничего не трогайте руками. Вот, все сухое, чистое. И в тот вечер я пошел отрабатывать гонорар. Извините. Да что за... Ты так... Стоп. Николай Николаевич, привет. Здравствуйте, Эдуард Викторович. Ну а что? Как жизнь сыщицкая? Крупными делами воротились? Да какие там дела? Дела это с вами были. Сейчас только супружескими изменами занимаюсь. Чего тебя, Коля, не припомню, что у нас с тобой дела какие-то общие были. Ну да, да. Я же из органов ушел, вы же знаете. Ну так правильно, Коля. Молодец. Молодцина. А, Коль, ты извини, пожалуйста. У меня просто сейчас деловая встреча с женщиной. Да. А не за мной ты следишь, ты, Николай Николаевич? А? Не за мной? Да нет, ну что вы, Эдуард. Нет, конечно, нет. Отдай-ка ты мне, пожалуйста, свои координаты. Конечно, пишите. А вдруг пригодится. Пишите. Давай. Thank you.
Душа моя, ну я состарилась тебя ждать. Там у вас ванная эта белая какая-то штука, и, в общем, с лампочками. Она потом как зашумит, и я, ну, в общем... Все понятно. С легким паром. Присаживайтесь. Простите. Пейте. Да нет, спасибо, я не буду. Пейте. Ну как? Пусто. Конечно, вкусно. Мою наливку вся деревня хвалит. А вы? Я не пью вообще. Пейте. Что, хотите заболеть? Чего вы делаете, если вы не пьете? Заказов много. Свадьбы, дни рождения, Новый год, похороны. Вот и делаю. Продаете? Нет. Меняю. На что? На навоз. На что? Ну, на коровье навоз. У меня уж давно. Своя электроэнергия, свой газ. Установка работает на навозе. А что? Да, у нас это тягость. А вся Скандинавия нормально. А у меня новая установка. Немножко другой принцип. Бешеный КПД. Господи, зачем я все это рассказываю? Коровы, навоз. Ну, а вы чем занимаетесь? Бизнесом. Бизнес-умен. А не скучно? Да нет. Не скучать на день приходится. Извините. Извините. Да. Спасибо, Галя. Вы только что спасли от смерти хорошего человека. Да нет, это вы меня спасли от переохлаждения. Спасибо вам, кстати. Ну, значит, теперь мы с вами спасатели. Mm. Еще налить? А почему не идите?
Да спасибо, что-то не хочется. Вот и хорошо. Вставайте. Вставайте, я вам сейчас кое-что покажу. В той комнате идите за мной. Ну что, любимый, куда поедем? Ты уже придумал, где состоится наше романтическое рандеву? Ну, конечно. Жанна поехала на дачу. Галине. А мы поедем на дачу ко мне, правильно? Отлично. Я коньячку хорошего взял, отдохнем. Оттянемся. Я так забегалась за эту неделю. Молчи, Люда. Как, где? На трассе. Закончил работу, иду домой. Ну, конечно, сам. А как? Нормально я себя чувствую. Вы там что уже? Вы там с Галей отдыхаете? Выпили уже, наверное? Ну, может, телефон у нее разрядился. Какая девка? Это по радио говорит. То ли диджей, то ли ведущая, хрен как их называть. Чего ты нервы мне трепишь? Вечно вмажет и цепляется по мелочам. Эдичка, ну не нервничай, пожалуйста. Ну кто нам может испортить настроение? Ну у нас же с тобой романтическое рандеву. Да. Ну. Так кто же это... Алло, да. Какой еще следователь? Ну? Да что вы только говорите? Да этого не может быть. В этот момент я даже забеспокоился. Неужели все случится так быстро? Я был готов ко всему, но совершил ошибку. Пока не интересно. Я не выключил звонок мобильного телефона. Добрый вечер, Эдуард Викторович. Никак мои услуги понадобились. Привет, Пинкертон. За мной следишь? Молодец. Жена? Да, жена. Ну и сколько ты с нее скачал за свои услуги? Полторы. Значит, штуку. Полторы. Но я, Эдуард Викторович, я вам сразу хотел позвонить и сказать. А потом решил собрать компромат и поторговаться, да? Ну да, чтобы обоснованно все было. Коля, значит, так, я думаю, что за мою целомудрие и кристальную репутацию себя хватит полштуки. Хотя, по-честному, дай бы тебе сейчас в рожу. За что, Эдуард Викторович? Я же свою работу делаю, а потом у вас кое-что тоже это в пушку. Так что полштуки-то маловато. Нормально будет. Понял. Слушай, Коля. Отдельное дело за отдельные деньги. 300 в день платить будем. Я весь внимание. Позвонил мне только что следователь Петров, по-моему, фамилия. Есть такой.
сказал, что машина Галины Петровны Купцовой, ну, президента холдинга нашего, знаешь, да, сгорела. Рядом нашли труп обгоревшей женщины. Подозреваете, что заказали? Я не знаю. Но мне чего тебе надо? Ты собери как можно быстрее, можно больше информации. У тебя же остались какие-то связи? А что еще менты говорят? Завтра в 9 опознание в морге. Приходи, я буду. Начнешь вникать постепенно. Хорошо? Так, ну все, до завтра. Извините, Эдуард Викторович, а вы ничего не забыли? И если можно, сразу 300 вперед. А это молодец. У вас учусь. Котик, ну что происходит? С кем ты там разговаривал? Рандеву романтический вечер отменяют. Галя сгорела. Как сгорела? Ну как сгорела? Нету ее, в общем. Надо в город ехать, а то такой кипиш начнется. Как это сгорела? Я знаю, в солярии сгорела. На работе. Как это Галинка Петровна сгорела? И так я прокололся, но получил нового заказчика и куда более интересное дело. Найденный труп мог принадлежать Галине Купцовой, жене бизнесмена Купцова. Мне было очень интересно. Ну где вы там? Идите сюда. Смотрите. Летающая тарелка? Нет, это не летающая тарелка. Это летательный аппарат. А, вы делаете летательный аппарат? Я не делаю летательный аппарат, я его уже сделал. Моя красавица стоит во дворе. Но не это главное, проблема в другом. Идите сюда. Видите, это двигатель для моего летательного аппарата. Причем хороший двигатель. Но, видите, если в теории все замечательно, то на практике все наперекосяк. Испытательный образец летает. Фантастически причем. То есть модель поднимается вверх, планирует, приземляется. Но моя красавица до сих пор стоит на приколе. Не поднялась ни на сантиметр. Я уж думаю, почему, но я пытался изменить шаг винта. Понимаете, когда меняешь шаг винта... Держите. Меняется шаг винта. Раздается совершенно другое разреженное давление. То есть два давления соединяются, и получается подъемная сила. Ну-ка, поднимите выше. А может, все дело в том, что надо изменить центровку маховика? А что это мысль? Да. Что да? Маховик. Ну, маховик. Вам интересно? Очень. Все ясно. Извините, идите за мной. Дождь кончился. Да? Тогда я поеду. Спасибо вам за все. Куда вы собрались ночью? Я поселил вам в спальню, сам переночую наверху. Позавтракаем и отвезу вас. Да, я не думаю. Главное, это... ничего не трогайте. Спокойной ночи. Спокойной. Я
вообще? Скажи мне, пожалуйста. Мам, Борься, я тебя прошу. Владик, не дергай дедушку, возня его надо. По справедливости. Скажи, пожалуйста. По справедливости. Владик, славься. Ему еще пожить надо. Владик, оставь. Я замолчаю все. Значит так, разговариваю я одна. Иначе он не откроет. Не имеет права. Мы имеем все основания требовать наши деньги. О, ты можешь пока помолчать, а? Володя, да. Ты не... молчи. Тихо. Тихо. Кто там? Доброе утро. Эдуард Викторович, это я, Клавдия. Старшая сестра Галины Петровны. Мы тут пришли с некоторыми родственниками по поводу наследства. Алло. Так, я сказала молчать. Давай. Алло, вы где? Алло. Вы где? Ой, как неудобно. Мы имеем все основания требовать наши деньги. Володя, молчи. Володя. Алло, вы где? Я знал, что вы придете, заходите. Спасибо. Давайте, ну что вы еле шевелитесь? Вперед. Да, алло, я слушаю. Как это? Как это красных кабриолетов нет, только синие? Я не понимаю, у вас что, овощная лавка? Все, я куплю машину в другом салоне, до свидания. Ну что ж, господа, как я понимаю, вы пришли узнать, не оставила ли ваша родственница Галина Петровна Купцова завещание. Завещание? Мы пришли по поводу наследства. Адвокат нам сказал, что родственники получают наследство. Прямыми наследниками по действующему законодательству являются ближайшие родственники покойной. Да-да, все абсолютно правильно. Но ведь это в случае, если завещание отсутствует. Если оно есть, тогда наследство распределяется в связи с волей покойного. И у вас есть этот документ? Конечно. Еще год назад Елена Петровна Купцова, заверив его у нотариуса, принесла его мне на хранение вместе с номером кода своего сейфа. На всякий случай, знаете ли. Ну, все бывает в жизни. Владислав, тебе нельзя играть этой машинкой и тем более засовывать. Это завещание. 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 Это завещание. Не беспокойтесь, это копия. Пошел вон, негодяй. Пошел вон. Вот горе-то, а? Ведь ей бы жить и жить. Да. Жалко тетку. Хорошая была баба. Видите-ка. А мне не верится, что она умерла. Как? Ну, следователь же сказал, мы на опознание едем. Или вы сомневаетесь, что Калочка умерла? Нет. То есть, да, конечно, конечно. Сомневаюсь. Просто сейчас идет следствие, и только оно сможет открыть, понимаете? Ага. Ну, что там оно, что оно может показать? Да? А можно почитать завещание? Вы обязаны предоставить содержание завещания ближайшим родственникам, вне зависимости от хода следствия. А что?
имеем право или нет? Володя, молчи. Ты что? Да, да, успокойтесь. Естественно, я ознакомлю вас. Я его продемонстрирую и зачитаю. Просто хотел сказать, что мне не верится в смерть Галины. Так, ну что ж, я, наверное, буду опускать детали, ведь вас интересует самое главное, правильно? Смею вас заверить, что никто не остался неупомянутым. Да? И даже мне есть доля. И немалая. Итак. Подождите. Сашенька, спасибо огромное. До свидания. Сколько тебе должна? Это как? Вы даже не прочитали завещание? Саш, ну кому нужны твои консультации за $100 в час? Сколько, Клава? Ну, кто будет сейчас тратить деньги? Галя так захотела, и так и будет. Ой, извините, у вас не будет $50? А, да, конечно, есть. На пару дней. Вот, за полчаса. До свидания. До свидания, молодой человек. До свидания. До свидания, коллега. До свидания. Так. Я, гражданка Купцова Галина Петровна, проживает... Ну, это все мелочи. Неважно. Вот. Завещаю все свое состояние членам своей семьи. В равных долях. Своей старшей сестре Одинцовой Клавдии Петровне. Ой, родная моя сестреночка. Любимой племяннице Светке Дмитриевне Одинцовой. Есть, тетя Галя. Семье моего двоюродного брата Стрельцова Владимира Васильевича. Стрельцова, это я. Двоюродной сестре Анне Алексеевне Лебедевой. И племянник, очевидно, это вы? Василию Васильевичу Воронцову из деревни Грибуны. Страусов купим, заживем, мать. Дай Боже. А также государственному столичному зоопарку. Зачем? Не. Ну, Галя всегда была очень доброй. Да. Ее даже в детстве папа ругал за это, но все равно под кроватью либо кошечка, либо собачка. Так, погодите, а деду? Какому еще деду? Ну, как это какому? Нашему деду Иннокентию. Чего досталось-то? Кстати, а где он? Какому деду? Здесь о деде... Нет, о деде ничего нет, ему ничего. Получается, зря деда тащили. Ну ничего, отвезем его обратно. Извините, у вас не будет $50? Ну, вот, 100. Ничего, пойдет. На пару дней. Ну, в конце концов, зачем деду наследство, правильно? Да. О, вот он, дедулька наш. Эдик. А? А что это такое? Ну, это очевидно... А это, видимо, ваш антиквариат. Наш! Ну, так реставрируйте. Да. У меня один вопросик. Угу. Один маленький. Да. А вот в равных долях. Это в денежном эквиваленте сколько? Ну, я, вы знаете, точно еще не считал. Просто некогда было. Дела, знаете ли. Но приблизительно. На каждого получается около 2,5–3 миллионов долларов. Орел! Хозяин! Хозяин! Кормили! Орел! Тиховые архаровцы, раскольники. Мы от счастья. Да, я понимаю. Ну что, сидите, вставайте! Мы не будем больше задерживать вас. Да, да, мне пора уходить. Викторович, да. Спасибо вам огромное. Вам всего доброго. Спасибо вам огромное. Не за что. Всего вам хорошего. Знаете ли, мне уже пора ехать на опознание. Думаю, вам тоже. Берегите себя. До свидания. Да, да, да.
такое? С утра, как и договаривались с Холодковым, я приехал в морг. Никто из родственников не опоздал. Еще бы. Разрешите представиться, следователь Петров. Здравствуйте. Хорошо, что вы пришли сюда все. Можем поговорить, не вызывая вас по отдельности. Я не вижу в этом оснований пока. Что касается тела, то его опознание, я считаю, проводить нецелесообразно. И вы сейчас поймете, почему. Ну, хотя по закону нужно соблюсти эту формальность. В общем, наш патологоанатом Григорий Ильич вам все расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я обследовал труп, тело, останки, предположительно, вашей родственницы. Так вот, наблюдается полное выгорание одежды и всех мягких тканей организма. Да, и костей. Частично. Ну, это свидетельствует о возрасте погибшей. И еще взорвавшийся бензобак автомобиля «Мерседес» обильно залил одежду бензином. А упавший с электропередачи провод с напряжением 6000 вольт лег строго вдоль тела погибшей. Боже, какой ужас! Горение продолжалось так долго. На аппарат на подстанции заклинило. Вручную линию обесточили ровно через 10 минут. Так я извиняюсь. А что ж получается, что опознание тела невозможно? Остается анализ ДНК, наверное? Ну, совершенно верно. Анализ ДНК. У нас необходимые фрагменты костей сохранили. Кстати, я вам должен сказать, что это единственный случай моей практики. У нас обычно, когда тело сгорает, так оно сгорает полностью. Так что потом мне еще даже анализ ДНК делать. Извините, одну минуточку, господа. У меня к вам несколько вопросов. Господа, я попрошу вас задержаться. Извиняюсь, можно? Я хочу задать несколько вопросов. Клавдия Петровна, действительно ваша сестра никогда не лечила зубы? Никогда. Она так врачей боялась. У нее такие зубы крепкие были. Ну, тогда еще ко всем присутствующим последний вопрос. Если версия о несчастном случае подтвердится, она таки подтвердится, то дело быстро закончится. Отсюда я хочу спросить вас, знаете ли вы, были ли у Галины Петровны личные враги, желающие ее смерти? А? Эдуард Викторович? Нет, я думаю, нет. Ну, если вот... Наверняка нелепая случайность. Ну, хорошо. Тогда спасибо, все свободны. Пока, Клавдия Петровна. Вот вам направление на сдачу крови, на экспертизу ДНК. Так, инспектор, опять вы суете свои дела в чужой нос. Чужой нос в свои... Нет. Свой нос в чужие дела. Никак нет, Женя, начали. Так, родственники, да. Внимание. Нам предстоит важное дело. Придется раскошелиться. Нужно организовать серьезные, солидные похороны. Так что будем скидываться. Этот ихний врач сказал, что похоронить Галеньку можно уже завтра. Что? Ну да, естественно, поможем. Конечно. А поскольку надо скидываться? Ну, я думаю, помного. Я еще, конечно, так не считала, но думаю, что... Помного. У меня много нет. Ну, а что делать? Похороны должны быть такие, чтобы не было стыдно. Гробы сейчас, знаете, какие дорогие? Какие? О, по 2, по 3 тысячи, а то и... Да, так что, друзья мои, снимаем со счетов. Сейчас. Да, берем взаймы, теперь всякий даст, потому что ты скоро разбогатеешь. Права. Так, ну, время не ждет. Вот ключи.
Езжайте к Гале домой, завешивайте там зеркала, все, все это самое, повыключайте, все, да? Не трогать вещи! А я в похоронное бюро. Так, за мной. Давайте, давайте. Пошли. Поехали. Скоро приеду. Так. Послушайте, Клавдия Петровна, мне кажется, вы все-таки очень торопитесь. Нужно подождать денька два-три. Дело. Да? А чего подождать? Пока курс подрастет? Или пока, может быть, вы подчистите имущество моей сестры? А? Я вас раскусила. Раскусила. Светка, идем? Что же такое? Пойдем, Светка. Как? Владимир, ну хоть вы скажите ей. Ну что ж. Вы меня слышите, Вова? Понятно. Доброе утро. Доброе. Завтрак на столе. Который час? Ну, где-то полдесятого. Мне бы умыться. Конечно. Только там... Вот эта штучка, которая как кастрюля белая, она... Я... Это бойлер, я сейчас включу. Итак, я приехал на дачу Галины Купцовой. Мне нужно было выяснить, была ли здесь Галина прошлым вечером, или ее машина сгорела по дороге на дачу. Есть кто дома? Есть кто живой? Николай? Да, здравствуйте, Жанна Изольна. Что вы здесь делаете? А я... А, вас нанял мой муж. Да, нанял. Да, чтобы вы следили за мной. Нет, ну, по другому делу. Ну, конечно, по другому, чтобы вы следили за мной, а не за ним. Нет, нет, по более важному делу, понимаете. Я расследую дело о гибели Галины Петровны. Какой Галины Петровны? Ну, вашей подруги Галины Петровны. Мы сейчас ей позвоним, вот увидите, и сейчас все будет в порядке. Вы какую-то ерунду говорите. Да нет, дело просто не такое простое. Телефон Галины Петровны не отвечает, а я еще не был на месте происшествия. Какого происшествия? Обнаружили машину Галины Петровны, а рядом обнаружили обгоревший женский труп. Но труп еще не опознан. Ну, естественно, не опознан, потому что Галя жива. Ну, да, да. Как это произошло? Что случилось? Удар молнии, машина загорелась, а Галина Петровна... На даче не было. Я только за этим сюда приезжал. Извините, что напугал вас. Вечером позвонил Эдуард Викторович и вызвал меня. Мне еще надо попасть на место происшествия. Я еду с вами. Подождите, я только оденусь. А может, не надо? Надо, Николай, надо. Спасибо, сюда вкусно. Я рад. Огурцы просто мировые. Да, хорошие огурцы. А вы? Вы всегда к рану встаете? Да нет, я вообще не жаворонок, я сова. Ну, просто сегодня так получилось.
Бессонница? Нет. Я абсолютно нормальный, здоровый человек. Ну, просто... Нет, я пытался поработать, но как-то не пошло. Под утро попытался уснуть, но тоже не получилось. Да. Как-то все это странно. Галина, а может, мы с вами перейдем на «ты»? Давайте. Давай перейдем на «ты». Да. В общем, Галина... Галя. Вот я и говорю, как-то странно. Я тебя не знаю. Ты меня вообще не знаешь, но меня не покидает чувство, что мы знакомы уже 1000 лет. У вас, в смысле, у тебя нет такого чувства? Нет, я абсолютно нормальный человек. Ну, есть, конечно, свои тараканы, как у каждого. Вот у меня замечательный дом, установка... С новыми принципами. Совершенно новыми. Очень хорошая установка, лучше, чем в Скандинавии. Целиком 5-этажный дом, электричество, газ, может отапливать. И меня даже не интересует, что у тебя там с пропиской, с жилплощадью. Господи, какой-то бред. Это... Извините меня. Галя, выходи за меня замуж. Да. Глупость какая-то. Подождите. Да. Подождите, Анатолий, мне надо подумать. Это правильно. Вопрос очень серьезный. Это надо все взвесить, обдумать. Завтра и подумаешь. Почему завтра? Ну, потому что на сегодня день у нас распланирован. Ты же ехал на выходные. Ну и потом устроим себе выходные. Я уже мясо купил. Сделаем шашлык, можно барбекю. В общем, на речку можем сходить. Да. Только у меня нет купальни. Зачем? Уже осень. Ну что, кофе? Сейчас будет кофе. Как я и предполагал, на месте происшествия ничего интересного не было. Но было ощущение, что я не зря сюда приехал. Жанна меня все время отвлекала. Ну что? Ничего. Ничего не понимаю. Зачем она из машины вышла? Что ее так привлекло? Да что угодно. Цветы, например. Цветы. Вы что-то нашли? Да ничего особенного. Здесь эксперты поработали. Все, что было, забрали. Коза. А мне? Коза. Мне надо ее поймать срочно. Зачем? Надо. Хорошо, я тогда в город поеду. Да. А насчет Эдуарда Викторовича не беспокойтесь, я за ним слежу. Тем более, что ему сейчас далеко не до женщины.
Угу. Удачного расследования. Ага, спасибо. Козочка. Козочка. Дурак какой-то. Козочка, чш, спокойно. Козочка, чш-чш-чш. Козочка. Чш-чш-чш, козочку маленькую на. Вот. Вот так. Ну, все. Все. Козочка, пошли, пошли, пошли. Добрый день. Добрый день. А мне Михаил Михайлович нужен, участковый. Ну, я это... Здрасте. Здрасте. А че Юлька уже натворила? Какая Юлька? Коза. А, да, да не, не, ничего не натворила. Ну, а на кой тебе Нюркина коза? А че, простите? Чья коза, я-то знаю. А вот кто ты такой? А, извините, не представился. Николай, улика, я расследую инцидент, который здесь неподалеку произошел, сгоревший Мерседес. А, Николай, улика. Ага. Коллега, значит? Ну да, да, да. А, ну да. Ну, проходи. Ага, ага. А чё, тебя страховая компания наняла? Да нет, компаньон погибший. Вот конюркина коза тут при чем? Так она крутилась на месте происшествия, а я около Мерседеса обнаружил обгоревшую веревку. Конец веревки у Юльки тоже обгоревший. А, экспертиза показывает, что веревки идентичны, да? Ну да, вроде того. Ну и что это тебе дает? Свежачок будешь? Не-не-не, спасибо. Чё, свежачок? Спасибо, спасибо. Так что дает тебе? Так что дает? Ну, так свидетеля происшествия дает. Какого свидетеля? Ну, как свидетель, Нюркина коза, может, Нюрка что увидела. Ой, Нюрка, может быть, и видела. Да только вот Нюрку саму никто уже сутки не видел. Я эту козу еще вчера заприметил, гуляла по лесопосадке. Ко мне не пошла, ну, догонять я ее не стал. Сегодня утром мимо Нюркиного дома проходил, ну, из магазина шел. Да и думаю, гляну, мало ли что с больным старым человеком бывает. Так нет Нюрки дома. Дом закрыт. Я у соседей поспрашивал. А Маринка, соседка ее, говорит, что со вчера не видела ее. Ушла куда-то, может быть, к сестре уехала. Со вчерашнего? А можно я водички? А, да, да. А, спасибо. Так а козу-то что, она козу-то бросила, что ли? Ну, пёс её знает. Она вообще баба с причудами. Могла вообще ее на волю отпустить. Она давно такая интересная, так сказать. Муж ее с дочкой в пожар сгорели, так вот она немного поехала. А взгляните, пожалуйста, на фотографию. Вам эта женщина не знакома? Это улика на покойницу. Ну, вроде того. Ну, красивая мама. Голос у нее такой приятный. Так жива она, я в магазине ее сегодня видел. Минут 40 назад. Вино купила, бутылочку, конфеты. Точно? Это точно она была? Николай, я в милиции не первый год работаю. Она баба видная. Такое не заметить трудно. Да-да-да. Ты что, может, свежачка? Не. Спасибо. Я пойду. Ага. Все гробы у нас из натурального дерева. Используются только ценные породы. Вот, например, великолепный экземпляр вашей ценовой категории. Полированная липовая доска, резьба. Но
Главной изюминкой этого проекта является дистанционное управление крышкой. По вашей команде крышка медленно, а главное беззвучно открывается. Правда, эффектно. Из-за привода крышки это изделие стоит всего на 300 условных единиц дороже. Угу. Не надо нам этот привод. Мы все равно галочку в закрытом гробу хоронить будем. Да-да, примите мое соболезнование. Скажите, а примерить гробик можно? Что, дедочка, не понял? Ну, лечь, полежать, понять разницу между велюровой и шелковой обивкой. Светка, закрой рот, иди в машину, быстро! Скажите мне, пожалуйста, вот мы берем у вас, так сказать, оптом, да? В таком случае скидка предусмотрена? Скидки на ритуальные изделия, к сожалению, не распространяются. Да? Да. Тогда так, тогда мы берем вот этот темно-красненький. Вот этот? Да. И веночки, наверное, вот эти, они в половину дешевле. Да, но они будут в дисгармонии с гробом. Это из готической коллекции. Да? Да. А вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Очень хорошие веночки. Хорошо. И, пожалуйста, 12. Пожалуйста. Ребята, забирайте. Да, грузите, грузите, потому что нам пора за телом. Ну, пойдемте рассчитаемся. Угу. Да? Да. Экономить, аккуратно, можно сказать, на святом. Пока я выискивал какие-то следы, Галина Петровна вселила лопухи, а ее родственники готовились к похоронам, Эдуард Холодков воплощал в жизнь свою новую махинацию. Хорошая сигара. А ты молодец, молодец. Хорошую комбинацию придумал, молодец. Польщен, польщен. И молодец то, что ты прежде всего обратился ко мне. Ну так как? Молодец. Может, перекусишь чем? А, нет, я не хочу. Тут повар хороший. Я верю, конечно. Аппетита просто нет. Коньячку, может быть, немножко. Вот это молодец. Олежа! Олежа! Чего изволите, господин Шацкий? Принеси Эдику коньячка хорошего. Ну и закуси что-нибудь. Сию секундочку. Да. Да, молодец. Мне, знаешь, что в этой ситуации нравится? А? Не знаю. А мне нравится, что обиженных после всего этого не будет. Ну, да какие же обиженные? По три лимона на рыло. Какое рыло? Ну, что? Ну, на человека. Нет. По 3 миллиона. Они счастливые люди. Ходят, похоронам готовятся. Я тебе дам нотариуса. Алик. Мартисян. Хороший человек. Я верю, понимаю. Честный. Он тебе все документы по своей конторе сделает. Очень хорошо. Вот за это спасибо. Да. Кстати, загвоздочка. Какая? А что будут делать родственники покойной Галины Петровны, если они вдруг узнают, что мы их кинули? А? Галина Петровна умерла? Ну? Заводы продала вам? Ну? За сколько продала? Какая разница? Это ее дело. Юридически, даже если оформлен договор задним числом, мы все равно перед законом абсолютно чисты. Задним числом? Задним числом. Чисты? Совершенно. Значит, она заводы продала и умерла.
хорошо сделал, что оставил страничку с ее подписью. Да. На всякий случай. Ну, в конце каждой странички аккуратная подпись. Да. Автограф. Автограф на память. На память. Мы теперь эти странички заполним вашими реквизитами. Сегодня же вечером. Хорошо. Загвоздка. У меня подписывать нельзя. Мы не обойдемся без свидетелей. Где? У меня можно. Чисто? У меня абсолютно чисто. Сегодня же вечером давайте. Когда? В 8 удобно. В 8 вечера. Я приеду. Очень приеду. Ну, давай выпьем. Да. Здрасте. Здрасте. Бутылочку лимонада дайте мне, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Сдачи не надо? Спасибо. Вы на фотографию не взгляните? Вы эту женщину не узнаете? Да, видела. Она была сегодня. А давно была? Ну, час-полтора. Столи они были. Сладости, вина купили. А вы что, мужчина из органов? Она что, натворила что-нибудь? Да нет, все в порядке. Я не из органов. А вы Толина адресочек не подскажете? Это очень просто. В конце улицы Лесной. Так. Вот из нашего магазина выйдете? Ага. Пойдите направо. Ага. И предпоследний дом справа. И насчет Толиной самогонки? Понятно. Спасибо. А сестра Галина тем временем не ленилась и уже добилась некоторых результатов в переговорах с патологоанатомом. Ты меня там в сторонке подожди. Добрый день. Здравствуйте. Вот. Денежки. Аккуратнее. Вдруг заметит кто. Да ради бога, я скажу, что я у вас взаймы брала. Что? Командовать? Кем командовать? Ну? Что? Гробик заносить? Никакого гробика заносить не надо. Вы что, с ума сошли? Гроб заносить в учреждение? Да я вам на 2 дня раньше срока тело даю на свой страх и риск, она гробами здесь размахивает. Что такое? Я не пойму. Ну, тело же надо положить в гроб. Берите пакет. Я образцы на анализ ДНК еще вчера отправил. Держите пакет. Да зачем он мне надо? Дома уложите, как хотите. Берите пакет. Я вам говорю. Зачем мне надо ваш пакет? Я вам говорю, здесь останки вашей сестры и документы. Это моя сестра. Погодь, ты там. Она вся тут? Да. Я не хочу, я хочу, я хочу. Берите пакет. Я хочу. Успокойтесь, я вам говорю. У нее же веса не осталось. Еще вот, ее телефон. Уезжайте, садитесь в автобус и уезжайте. Мои дети, садитесь в автобус, идите. Тихонько, тихонько. Уходите, я говорю, садитесь. Вы мамочка. Ну, давайте, давайте, динамичнее. Какие-то все галстуки у меня празднично дебильные. Как даже не верится, что Гара так взяла и умерла. Так ни с того ни с сего. Это нелепо как-то. Да, нелепо. Она ждет нас в гости, лежа в гробу. А мы собираемся. Да не, я вообще без галстука пойду. Ну что это такое? Эдик, не надо так волноваться. Чего ты так волнуешься? Чего волнуюсь? Как мне не волноваться? Я человеком проработал 10 лет. И вдруг хрясь и все. Да нет, ну что это такое? Ну что это? Да, пожалуйста. Да не надо, я сам. А что ты так нервничаешь?
Чеш, успокойся, пожалуйста, не надо так нервничать. Ты меня успокаиваешь? Я тебя успокаиваю. А ты спокойно уже готова, да? Готова, если я готова! Готова! Я жду тебя на улице! Здравствуйте! Я никогда не видела, чтобы так красиво шинковали лук. Ну, я кроме лука еще умею готовить азу по-татарски. Знаешь, как-то мелко-мелко мясо режется. Могу, хочешь, тебе завтра торт испеку? Ты что, умеешь печь торт? Ну, да не то слово. Могу шарлотку, могу шанди, все, что хочешь. Да, фантастика. Как же такой мастер на все руки остался один? А, не знаю. Как-то из детства не заладилось. Детдом, ПТУ, армия, школа прапорщиков под Москвой. Потом перевели сюда. Потом женился. Через год развелся. Опять женился. И опять развелся, только через 3 года. Но жены-то здесь ни при чем. Просто дело во мне. Из-за моего пьянства. Много пил? Да, много. А дети-то у вас были? Детей не было. Жаль. Странно. Мой отец тоже много пил. Почему люди спиваются? А я знаю почему. Это от одиночества. Живешь в семье, а поделиться, по большому счету, не с кем. Ладно, все это в прошлом. Я вот сегодня ночью читал и вычитал кое-что. Ты знаешь, как Галина переводится с древнегреческого? Нет. С древнегреческого Галина от собака. Я говорю, сигнализация сработала. У меня фотоэлемент стоит вдоль забора. Ну, собака, в общем, наверное, соседская. Да, так вот. Нет, это не собака, это кто-то пришел вовремя. Здрасте. Я Николай Кметливый из сыскного агентства «Улика». Здрасте. Я вас слушаю. А вы Анатолий? Ну, допустим. Дело в том, что я разыскиваю некую Галину Купцову. Свидетели утверждают, что видели ее вместе с вами в магазине. Ну, похоже на нее. А зачем разыскиваете? Меня нанял ее компаньон. Дело в том, что машина Галины Петровны сгорела здесь неподалеку. Машина сгорела, говорите? Ну да, удар молнии. А, так вы знакомы с Галиной Петровной? Ну, допустим, знакомы. Что дальше? И где она сейчас? А ее здесь нет. Она уехала после грозы домой. После грозы? Угу. Домой. Домой. До свидания. Счастливо. Галь, ты только не волнуйся. В общем, у тебя машина сгорела. Я слышала. А почему ты не сказал, что я здесь? Ну, не сказал и не сказал. Какая разница? Что? Галь, у тебя машина сгорела. Тебя все ищут. Что? Да, не сказал, потому что боялся, что ты уедешь. Послушай, если эта машина все равно сгорела, то, может быть, я останусь у тебя на выходные? Оставайся, конечно.
Галина Петровна была жива и здорова. Она была явно рада обществу Анатолия. Все стало на свои места. Машина сгорела случайно. Мне оставалось сообщить об этом заказчику и продолжить за ним слежку. Вопрос здоровья. Привет, бабуля. А не подскажешь, как фамилия Анатолия вот из третьего дома? Смыслов он. Смыслов. А ты кто такой? Так а я ж кулик кметливый. Ты что, не помнишь, бабуль? Не припоминаю. Ну, правильно, откуда же можешь помнить-то? Я же не местный. Ну, пока, бабуль. Да, Николай. Да что ты говоришь такое? Как жива. Так, а... свидетели? Приезжай ко мне. Ну, как у вас тут? Ой, готовимся потихоньку, так что в грязь лицом не ударим. Только что голубчиков докрутили. А я так любила эти голубчики. Все-таки, Клавдия Петровна, вы, по-моему, очень торопитесь, очень. Нет, нет, и не думайте. Все готово, все приглашены. Зачем тянуть кота за хвост? Ну, а чего же мне дождаться было окончания следствия? Ну, то, что вы забрали труп из морга раньше времени до взятку, это бог с ним. Ну, в принципе, это черт знает, что такое. Так, Эдик, вопрос закрыт. Эти похороны необратимы. Один катафалк чего стоит? Почасово. Идете? Извините. Пойдемте. Алло. Да-да-да, господин Шацкий. Ну что, готовятся. Столы накрывают. Шевелишься! Давай неси быстренько! И на кого нельзя положиться! Жанночка, пойдемте, поможете мне на кухне. Алло? Тетю Галю? Тетя Галя умерла. Владислав, положи телефон на место. Господи, не дадут человеку умереть спокойно. Когда муж умер, я вообще думала, я с ума сойду.
Не знаю, как я это все пережила. Но его деньги помогли мне раскрутиться, я открыла бизнес. Господи, на меня никто не смотрел так. Так, в смысле как? Ну, вот так, как ты. А знаешь что? Что? А я, пожалуй, согласна. Согласна в смысле... Выйти за тебя замуж. Если даже сейчас ты мне просто врешь, я все несчастлив. И все для тебя сделаю. Только я завтра еще подумаю, ладно? Да, вопрос серьезный, надо подумать. Это же такая штука. Ой. Господи, как же странно. Как странно прям. Я вот вчера еще даже предположить не могла, что я встречу тебя. Вот жизнь, да? Сейчас мне все радует, мне хочется улыбаться прям. Представляешь? Представляю. Вступило время бредовых идей. Я брошу бизнес. Вернее, его не брошу, я его продам. И чем займешься? Я не знаю, ничем. Тобой. Собой. Нами. Будем путешествовать. Угу. Ты куда хочешь поехать? Я бы хотел... В детстве я хотел побывать в Антарктиде и посмотреть пингвинов. Серьезно? Угу. Все. Значит, едем в Антарктиду. Интересно. Где визу ставят в Антарктиду? Ну, а в Антарктиду нужны визы? Я не знаю. Надо узнать. Угу. Послушай, у тебя есть мечта? Была. Я мечтал встретить тебя и встретил. То есть мечта сбылась. Но, правда, еще хочется, чтобы... А я знаю. А чтобы тарелка полетела. Ну да. Слушай, а угли-то пропали. Да нет. Я решил не говорить Эдику, что видел Галину живой лично. Хотел посмотреть на его реакцию. Эдуард меня очень удивил. Он сильно расстроился. Что значит «видели там, видели и сям»? А чего же она на связь не выходит? Чего она не звонит ко мне? Эдуард, Николай, может, что-нибудь выпить? Жанночка, выйди, пожалуйста, отсюда. Дела у нас важные. Слушай, может, она прячется? Да я не знаю. Свидетели узнали ее по фотографии. Уверенно заявляют, что видели ее в сельском магазине, живой, здоровой. Она просто и не подозревает, что здесь такая паника. Может, я пойду домой спать? Устал? Да иди, Кулюсь. Ну, иди, давай. Тем более встреча у меня важная. Эдик почему-то нервничал. Странно. Я поставил у него жучок почти машинально. И понял, что не зря.
Здравствуйте. Может быть, господа желают что-нибудь выпить? Нет, Жанна. Оставь нас, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Ну, в общем так, господа. Нашу операцию придется отменить. Я, конечно, идиот, что не изучил все детали, не вник в подробности, но... Извините, Петр Исаакович. Эдик, успокойся. Я, по крайней мере, еще не собираюсь отказываться от денег Галины Петровны. Ну, только что ее еще молния не убила. Пока. Шутка. А документы готовы? Конечно, Петр Исаакович. Все документы в полном порядке. Не хватает только вашей подписи. Что вы имеете в виду? Какая подпись? Ведь, судя по всему, Галина жива-здорова. Молодец. Молодец, Этик, а? Действительно. Всего-то проблем. Галина Петровна жива-здорова. Успокойся, Эдик. Мои люди ее быстро уберут. Вы что? Попутеть плохо. Петр Исаакович, Алик. Да в конце концов. Я не позволю. Позволишь. Позволишь, Эдик. Когда ее супруга Валили позволил? И сейчас позволишь. А чего ждать? А? Пока ее бизнес лопнет, как мыльный пузырь? Или пока она его продаст? А документы? На. Спрячь в сейф. Ну? Что-то разнервничался. Поехали в ресторан, надо что-нибудь покушать. Необходимо обсудить много деталей. Где, при каких обстоятельствах был подписан документ? Какие могут возникнуть проблемы? Ну, там и обсудим. Эдик, ты с нами. И не забудь позвонить своему менту, ну, этому следопыту. И чтобы все точно. Где, когда и в какое время ее видели в последний раз. Поехали. Куда я впутался? Жанночка, вы прекрасно выглядите. Благодарю вас. А ты далеко собрался? Ну, мне надо с ними. Я надеюсь, ненадолго. Ну, ты не задерживайся. Жанночка. Да, Эдуард. Деревня Лопухи, улица Лесная, дом 8. Ага, да, хорошо. Вот видите, исполняю наш контракт, слежу за вашим мужем. Жанночка, не дадите мне что-нибудь попить, ради бога? Да, конечно, пройдемте. Все. Присаживайтесь, пожалуйста. Ага.
А я на минуточку. Мне кое-что у вас забрать нужно. Я у вашего мужа Сталина жучок забрать. А так, упрекнуть вашего мужа не в чем. Спасибо большое. У него, так сказать, кристально чистая репутация, по-моему. А, какие-то странные у них переговоры, вы не находите? Вы не слышали, о чем они? К вашему делу это отношение не имеет. Я за жучком. А потом к Эдуарду в ресторан. До свидания. Здесь все, что делать, ты знаешь. Иди. Я дал Эдуарду адрес Анатолия. У меня не было выбора. Теперь мне нужно было охранять Анатолия и Галину. Я до утра не сомкнул глаз. Еще я не ожидал, что убийц будет двое. Галина Губцова. Толик, а это кто? Анатолий оказался очень ловким. Здрасте. Я даже не успел удивиться. Светка, иди дерни дирижера, пускай музыку дают. Быстро. Несите. Аккуратно, только несите. Стоп. Что такое? В чем дело? Здравствуйте. Здрасте. А что вы похороны загораживаете, а? Всем присутствующим приносим глубокие соболезнования по поводу затрат на похороны совсем чужого вам человека. Так, тихо. Тихо. Так, экспертиза ДНК установила, что обгоревший труп не принадлежит вашей сестре Галине Петровне Купцовой. Она, то есть труп, совсем вам не родственница. Поэтому попрошу вернуть тело неопознанной личности. Похороны отменяются. Блядь. Стоять! Похороны отменяются. Тихо, стоп, 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 тихо, тихо. Не родственница, не родственница. По ДНК. Потому что наши родители ее удочерили. Взяли в детдоме. Так. А почему же вы раньше нам про это не сказали? А потому что вы раньше об этом не спросили. Да.
Вот так. Давайте в сторону отходите, людям тяжело гроб держать. Да. Идите. Галочка моя, давайте, пошли, пошли. Галя, Галя. Добрый день. Галя, я звоню тебе, звоню, ты трубку не берешь. Сестричка моя, живая. Как же так получилось? Ой, Господи, слава Богу, что ты живая. Я думаю, как же так? А вы уже наследство поделили, да, сестричка? Ой, что ты? Чуть-чуть, я не со зла. Господи. Познакомьтесь, это Анатолий. Это мой будущий муж. Я Клавдия. Я ее сестра. Родная. Простите. Лоб, куда? Откуда я знаю, куда? В гараж! В гараж, гроб! Да перестаньте выиграть! Эдуард Викторович, да. Не суетитесь, пожалуйста. Ручки накроем, а то холодно. Может, не стоит, наверное, это больно. Не надолго. Это не больно? Нет, 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 не больно. Пожалуйста. Так, а это обязательно? Прошу, прошу, пожалуйста, не надолго. Прошу вас. Эдик, тебя, наверное, посадят. Ты знаешь, судя по всему, да. Я хочу уйти от тебя. Ты не против? Конечно, я понимаю. Но чё ж. Вы позвольте, я... Пожалуйста. Пока. Пока. Закрываю. Что у тебя еще нового? Кстати, документы у Холодкова в доме в сейфе. А Шацкий, как всегда, наверное, в ресторане. Но его уже никто не успеет предупредить. Ну, спасибо тебе. А труп чей? Труп-то? А труп бабы Нюры из деревни Лопухи. Кстати, калите Шацкого и Холодкова по делу Купцова. Это в начале 90-х было. Ну, ты даешь. Спасибо, Николай. Бывай. Ну что, Женочка, вернуть вам аванс? Я не выполнил ваш контракт и следил за мужем не по вашему делу. Не надо. Зачем? Пойдемте лучше выпьем. Хорошая идея. Прошу мой лимузин. Так закончилась эта история. Я помог посадить одного из своих клиентов, так что денег особенно не заработал. Зато получил больше. Я сделал Жане предложение, и она согласилась.
Галина и Анатолий поженились. Живут они счастливо и дружно. Зажигание. Есть зажигание. Пуск. Я люблю тебя. Поехали. Летит, родная.